Я уверен, если много стараться, можно сделать с собой что угодно и добиться любых результатов. Все дело в силе воли. Воспитывай в себе силу духа и твердость характера, чтобы тебя не задевали ни оскорбления, ни равнодушие, ни насмешка. Надо достичь такой полной духовной отчужденности, чтобы, будучи в заточении, чувствовать себя свободным, как птица. Надо обрести такую силу, чтобы, совершая ошибки, не пошатнуться, а стать еще сильнее.